Певица Валерия потеряла ребенка. Как сообщает семья певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина, переживает трагедию. В сетях ходили слухи о беременности певицы. И вот они подтвердились новостями о несчастье. Будучи на втором месяце беременности, Валерия потеряла ребенка. Певицу вместе с супругом заметили в подмосковском госпитале Лапина, где Валерия и наблюдалась у врача. Как стало известно, у Валерии случился выкидыш. К сожалению, это правда. Мы потеряли ребенка. Это было вызвано вирусным заболеванием, которое моя жена перенесла на ногах, с высокой температурой и обязательными в этом случае антибиотиками. Мы очень хотели, чтобы все получилось, и ничто не угрожало беременности. Поэтому мы никак не комментировали информацию о том, что Валерия ждет ребенка. Также Иосиф сообщил, что в ближайшее время Валерия намерена взять небольшую паузу выступления. Однако уже в мае она планирует вернуться к привычному гастрольному графику.